В поселке Зеленогорском Пятигорской епархии начинается строительство храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. Чин закладки совершил архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. В поселке Зеленогорском, пригороде курортного Кисловодска, 1500 жителей. Поселок строится, развивается, только настоящего Божьего дома здесь пока нет. Сначала в поселке был устроен временный храм, но, к большому сожалению, этот храм с определенным течением времени все продолжал оставаться временным. И буквально год назад, когда мы вновь посещали общину, во время этого посещения, собрания, было принято решение строить храм Божий. Рядом с храмом здесь уже ставить все то, что необходимо для полноценной церковной жизни. Совершен покажи дом твой, якода в нем все хвальными песнями. На закладку храма в честь покрова Пресвятой Богородицы собрались не только местные жители, но и гости. Семья Кукулиевых в полном составе. Даже родственники приехали из города. В воскресную школу будете приводить? В православный садик ходим. Будем ходить. То есть старший уже отходил, пошел в школу. Будем очень рады, когда будет новый большой храм. Утро за утром. Мы делаем общее благое дело. И, как сказал батюшка, храм Господний должен быть достойным. С учетом того, что у нас сейчас вот присоединяется вплотную, подошел к поселку, поселок Аликоновка. Потом очень много, вы видите, здесь туристическая тропа, люди едут на замок, на Нарзан. Поэтому я думаю, что наш храм будет процветать. Храм в поселке Зеленогорском будут возводить всем миром, подчеркнул архиепископ Феофилакт. Священный архимандрит Торафонского монастыря жертвует 100 тысяч рублей от себя лично и от обители. Призвал всех поучаствовать в благом деле. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ», Кисловодск.